Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Елизавета Болдырева. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Мужчина с травмами, характерными для падения с высоты. Мужчина в Миассе умер после того, как поработал в детском саду. Рабочий, пострадавший при пожаре на карабашском предприятии, идет на поправку. Ну, за что? Ну, ладно, по пьянке взять мужик, там из-за ревности, но быстро это, ну, так жестоко. Златоустовца судят за убийство многодетной матери. Во-первых, он весь нитратами. Это раз. Во-вторых, он с краев прям желтый. Это говорит о том, что он набит нитратами и он отравлен. Полицейские проверили уличных продавцов. В Миасском детском саду нашли труп. По предварительной информации, это мужчина, который ремонтировал стены в учреждении. По предварительной информации, мужчина проводил ремонтные работы на фасаде одного из дошкольных учреждений, в результате которых, или в ходе которых, упал со строительных лесов, получив при этом смертельные травмы. Уголовное дело расследуется, устанавливаются должностные лица, причастные к совершению данного преступления. В чьи должностные обязанности входило обеспечение техники безопасности при производстве работ. Из детского сада мужчину доставили в больницу, там он скончался. Состояние крановщика, пострадавшего при пожаре на мостовом кране, стабилизировалось. Об этом сообщают в Минздраве. Врачи наблюдают положительную динамику. Теперь мужчину можно доставить в Челябинск. Мужчину доставили в областной ожоговый центр бортом санавиации. То есть лечение продолжат уже в Челябинске. Напомню, пламя вспыхнуло в кабине мостового крана. Крановщик сумел выбраться и дойти до медпункта. На предприятии создали комиссию, которая будет выяснять причины ЧП. Переходим к дорожным ЧП. 16-летняя девушка из Магнитогорска попала под машину, хотя дорогу переходила по зебре. А водитель из Челябинска сбил велосипедиста. Слово Константину Гришенкову. 16-летняя девушка из Магнитогорска попала под машину, когда переходила дорогу по зебре. По данным ГИБДД, автомобиль «Лада» пропускал пешехода, и тут сзади в легковушку влетел ВАЗ. От удара «Лада» продвинулась вперед и сбила девушку. Та получила травмы и попала в больницу. Амбулаторное лечение назначено пассажиру «Лады». А это видео снято в Челябинске. Тракторозаводский район. Машинам горит красный. Хозяин регистратора останавливается, а водитель белой иномарки, видимо, торопится. На большой скорости пролетает по зебре, но далеко легковушка не уехала. На следующем же пешеходном переходе автомобиль сбивает велосипедиста. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм. В городе Оше 58-летний водитель «Форда» при выезде с прилегающей территории столкнулся с «Ладой». От удара травмы получила пассажирка отечественной легковушки. Она будет лечиться дома. Снова Челябинск. Водитель «Хонды» при повороте налево столкнулся с «Фольксвагеном», который ехал в том же направлении. Травмы получил водитель «Фольксвагена». Снова Челябинск. По словам пользователей сети, грузовик одним колесом угодил в колодец. По дороге разлилось солярное масло. Константин Гришенков, Елизавета Болдырева, ОТВ. Трансформаторная будка вспыхнула в коттеджном поселке Златоуста. Из-за этого без света остались сотни домов. Языки пламени вырываются наружу, а из будки валит густой дым. Запах гари почувствовали местные жители и позвонили пожарным. Огнеборцы приехали, но тушить сразу не стали. Опасно. Дождались электриков, те обесточили будку. Чтобы ток не прошел через пожарный автомобиль, огнеборцы заземлили его. Приступили к тушению. Водой заливать нельзя, может произойти короткое замыкание. В работе только пена. Будку удалось потушить, никто не пострадал. Однако весь поселок на несколько часов остался без электричества. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Жители Златоуста судят за убийство гражданской жены. Мужчина якобы расправился с многодетной матерью, которая ждала четвертого ребенка. Нанес больше 100 ударов. Женщине было 28 лет. В зале суда лицом к лицу встретились мать погибшей женщины и обвиняемый в убийстве. Потерпевшая не сдерживает слезы. Ну за что? Ну ладно, по пьянке взять мужик, там из-за ревности, но быстро это, ну так жестоко. По одной из версий, за несколько часов до случившегося погибшая рассказала сожителю о том, что ждет малыша. Но потом он увидел ее в компании других мужчин. Вместе с ними будущая мама якобы выпивала. По данным следствия, обвиняемый больше 100 раз ударил возлюбленную. От этого женщина скончалась. Вину признаете частично. С квалификацией согласны? Да. Мать погибшей вспоминает, мужчина за решеткой и до этого бил ее дочь. Смотрелись они. Конечно, счастливые иногда пары. Но когда стали жить в общежитии,
пьянки начались. Чаще он стал ее бить. Она 2 раза вызывала милицию, потому что я ей советовала. Она убегала с комнаты, пряталась. Сейчас 2 дочери погибшей живут с бабушкой. Еще 1 ребенок в Свердловской области. Его воспитывают приемные родители. Приговор пока не вынесен. Мы продолжаем следить за событиями. Наглая воровка появилась в Магнитогорске. Дама без стыда и совести украла с клумбы только что высаженные цветы. Все происходящее попало на видео. На кадрах видно, как женщина с зонтиком в цветочек подходит к клумбам, смотрит по сторонам, явно проверяет, чтобы рядом никого не было. И тут дама срывает цветы и уходит. Если воришку поймают, то, скорее всего, ей придется заплатить штраф. И вполне возможно, что он будет больше, чем стоит цветок. Автоинспекторы проверяют уличных торговцев, тех, что продают фрукты на перекрестках. Но оказалось, что продавцами недовольны не только стражи порядка, но и сами покупатели. Во-первых, он весь нитратами. Это раз. Во-вторых, он с краев прям желтый. Это говорит о том, что он забит нитратами и он отравлен. Пока женщина жалуется на арбуз и требует вернуть деньги, у автоинспекторов и к ней появились вопросы. Так, милая дама, вы знаете, что нельзя с таких автомобилей и прочее, что это незаконная торговля, что нельзя не покупать? А в магазине почему не покупаете? Не подумали. По словам автоинспекторов, торговали здесь незаконно. За месяц в Челябинске сотрудники ГИБДД нашли 20 таких торговых точек. Грузовики посреди тротуара мешают пешеходам. Вы где арбузы взяли? Мужчина? Ваш автомобиль? Не ваш? Но мы его сейчас будем отгружать на штрафстоянку тогда. За данные нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств произведена принудительная эвакуация автомобилей, с которых велась торговля. За 7 месяцев сотрудниками госавтоинспекции составлено 120 материалов по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Работа в данном направлении будет продолжена. Автоинспекторы из Сосновского района спасли пенсионера. Пожилой мужчина потерял сознание, когда ехал за рулем. Николай Мурашкин – тот самый пенсионер. Ему 69 лет. Рассказывает, сел за руль своей четверки и поехал в больницу. На обратном пути стало плохо. Когда ехал в гору, машина заглохла, а Николай потерял сознание. У меня случился обморок. Вот. И проезжающий мимо патрульный, я уже ничего не помню, что это после рассказов патрульных, что они, проезжая мимо, увидели, что я, машина стоит. Это и я без памяти. Сотрудники ГИБДД увезли пенсионера в больницу. Видно было, что человеку стало плохо, что либо сердце, либо инсульт у данного гражданина был. Вот, значит, мы, не раздумывая, со старшим лейтенантом Беляковым перегрузили его в нашу машину. Машину убрали с проезжей части и доставили в Сосновскую ЦРБ. Когда пенсионеру полегчало, автоинспекторы вернули ему ключи от четверки и уехали. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Хороших вам выходных.